Знакомая вообще была поражена этой заметкой и сказала, что ангелы, конечно, есть, но это, наверное, не главное, что вот ее там затронула какая-то, значит, женская судьба в моих картинах. Первую выставку я вспоминаю отчасти с восторгом, отчасти с ужасом, потому что было очень много народу, много водки, приехало телевидение. Впоследствии вот Ольга Богородская меня показывала в своей программе на Пятом канале. И причем часть звука не записалась. Это было ужасно. Я все время искала глазами свои картины. Абсолютно не знала, о чем говорить, говорила какие-то глупости с умным видом. Вот. Ну, так произошел мой дебют. Все-таки глубину внутреннего мира человека. Мне кажется, в какой-то степени мне это удается, при сложной скромности.